Друзья, приветствую вас на очередном шопинг-влоге из Massimo Dutti. У нас сегодня понедельник. Как говорится, нужно разбавить начало недели чем-то таким позитивным. Надеюсь, вы со мной будете хорошо сегодня проводить время на шопинге. Пройдемся, все с вами посмотрим, обсудим новиночки. Все интересное, что найдем, обязательно примерю и вам покажу. Так что оставайтесь со мной. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, уделите этому буквально секунду, а мне будет очень-очень приятно. Приятного просмотра. Так, пролистывая уже коллекцию тут на рейлах, заметила вот такую манишку. Кстати, хотела всегда такую манишку купить, вот, мне кажется, удобно утепляться. Примерим ее обязательно, посмотрим, как она выглядит. Так, блузу эту видели. Не знаю, посмотрю, что в этот магазин завезли новенького. Мы находимся в мегацентре. Бордовые лоферы есть, появились. Тоже немножко Прада напоминают. Симпатичные. Так, этот свитерок мы видели. Вот это пальто я примеряла в прошлом влоге. Ссылочка будет на влог. Если что, переходите, смотрите. Так, вот эту жилетку меня просила подписчица, несколько подписчиц просили примерить. И я вот думаю, вот этот весь аутфитик примерить. Посмотрим, как это все вместе выглядит. Так, юбочка здесь будет в моем размере. А, это шортики. Это не юбочка, это шортики. Впереди выглядит как юбочка, типа с запахом. Обязательно это примерю, этот аутфит. На какой-то свитерок. Плащики еще висят у нас. Хотя уже на этой неделе у нас будет, не знаю, снег, кажется, в Астане. Кто забыл, я вещаю из Астаны, из Казахстана. Так, платье, смотрите, новое появилось. Или видела уже на сайте, не помню. Но здесь вот в магазине впервые вижу. Надо его примерить, наверное. Это интересное. Главное свой размер найти, чтобы примерка была функциональная. Украшения мне, кстати, из Massimo Dutti очень нравятся. Цвет металла, модели очень актуальные. Сейчас как в тренде, вот украшения смотрю, люксовых брендов. Вот они выпускают что-то подобное, поэтому советую присмотреться. Блузу мы эту, кажется, видели с бантом, но я ее не примеряла. Пишите в комментариях, если нужно кому-то примерю обязательно. Такое вот платье нашла. Чуть-чуть полупрозрачное. А, это не платье. Это получается такая туника. Видите, по бокам разрезы. Можно на какие-то брюки одевать, палаццо. Мне кажется, такой многослойный образ получится. Такой богемный немножко даже. Ну, на мой взгляд. Симпатичная, интересная вещица. Мы примеряли, шарф какой-то новый появился. А, вот смотрите, такое пальто появилось новое. Оно похоже по крою на тренч. Я думаю, нужно его примерить. Серый цвет, тренд сезона. Без подкладки, правда. Симпатично очень. Сейчас свой размер найду поменьше и примерим обязательно. Отлично оно на меня село. Примеряю в S-размере. Длина рукава хорошо, посадка хорошо села. Рост 164, как вы помните. Я думаю, больше не нужно брать. Нормально, такой прямой силуэт получается у него. Вот эта вот юбка получается не сильно пышная. Само то, мне кажется. Очень симпатичное, стильненькое такое пальто. Еще нашла в этой же стороне такой вот
не знаю, жакет, кардиган, все вместе. В общем, тоже серого цвета. Тоже его обязательно примерю. Примеряю в S-размере. Достаточно оверсайзно выглядит, потому что, учитывая то, что я примеряю на такой достаточно толстый свитерок. Рукав хорошо по длине. Цвет прикольный. Такой. И он не сильно барашек, но видно, что это фактурная такая ткань. Вот смотрите, еще такую дубленочку нашла. Думаю, вам тоже будет интересно, как она смотреться будет. Ну, такая прям милашка. Ценник уже подороже на дубленку. Очень миленькая, примеряю в S-размере. Она не сковывает движение, кстати, вот на свитерок. Ну, возможно, я бы, наверное, M тоже примерила. Наверное, бы купила, скорее всего, в M-размере. Но такая очень миленькая, очень цвет такой симпатичный. Красивенькая. Так что, у кого бюджет позволяет, можно купить. В общем, давайте пройдемся по курточкам. Многие куртки я уже мерила. Вот такая белая. Вот эту зелененькую я мерила. Кажется, у этих курток одно лекало, если я не ошибаюсь. Хотя капюшоны разные. Здесь такие на черные и зеленые тканевые капюшоны получаются. Жакет вот новый пришел, двубортный. В сером цвете, тепленький очень. 96 тысяч рубашечки в полоску. Вот этот аутфит мне очень понравился. Смотрите, вот такой свитерок с такими манжетами подвернутыми. Красиво так вот и с жилетом кожаным, и брюками белыми, сумочкой. Вот эту куртку мы, кажется, мерили в хаки цвете. В таком болотно-зеленом. Вот она еще и в синем цвете. Понравилась вот эта самостеганка, как выполнена. В общем, новинок не так много, которые вот нравятся и хочется примерить. Но вот жилет есть. Ну, жилет вот в Заре, который я примеряла, был лучше. На всякий случай артикул оставлю. Жилета. Вдруг кому-то цвет понравился. Некоторые просто Зару вообще не любят и только предпочитают Массимо. Все это на 1000 стоит. Ну, дороже намного, чем Зара. Так, голубой, наверное, кашемировый свитерок. Рубашка вот эта какая-то интересная. Вроде как-то в стиле милитари выполнена. Приветствую вас всех уже из примерочной. Пробежались быстро по залу, примерили верхнюю одежду новинки. Надеюсь, вам понравилось. В первую очередь хотела поблагодарить всех тех, кто подписался, поставил лайк и написал супер-супер приятный комментарий. Все комментарии читаю, очень вы меня мотивируете снимать дальше. Делиться какими-то шопинг-находками. Всегда хотела, чтобы во вложиках были примерки, и вы могли, вот буквально заглянув на сайт, купить эту вещь уже. Потому что смотришь иногда некоторых стилистов, у них есть интересная подборка, интересные находки, но заходя на сайт, их уже нет в наличии. А тут у нас, видите, еженедельные вот эти влоги, они очень актуальны по информации, поэтому, чтобы не пропустить какие-то интересные вещички, обязательно подписывайтесь на канал, вам будет приходить уведомление о том, что вышло новое видео. Иногда ничего не пропустите и будете в курсе событий. Давайте посмотрим, что у нас на примерку. Так, начнем, наверное, с этой юбочки. Я же вам говорила, что весь аутфит решила взять, и она была в моем размере. Юбочка-шортики. Так, кажется, там самый маленький был размер. Сейчас покажу. Да, XS.
иначе судьба, вот поэтому ее взяла. Платье это взяла, но мне понравилось, такое необычное какое-то по крою, в S-размере получается. Примерим, посмотрим, как сядет. Дальше у нас вот такой джемперок бежевый, такой, знаете, уже база базовая. А джемперок этот идет вместе в тандеме с брючками. Этот костюм решила вместе примерить. Тоже актуально, очень тепло, симпатично можно выглядеть. Накину сверху пальто какое-нибудь или курточку. Манишку тоже взяла, я думаю, примерим, посмотрим, как она выглядит. Ну да, ценник на манишку, конечно, не дешевый, но он как полноценный свитер стоит. Ну, примерим. Так, вот этот вот комплект взяла, и сразу и футболочку, и эту безрукавку, потому что по просьбам подписчиц сказали обязательно примерить, хотят посмотреть, как она выглядит вообще в примерке. Так, эта футболочка стоит. Я решила футболку тоже взять, потому что, думаю, интересно. Белая футболка тоже база. Посмотрим, как сядет. Вот эту рубашку, она мне понравилась по форме. Тоже посмотрим, как это все сядет. Вот такая у нас вот примерочка. И вот эти сапоги. Просила подписчица. В черном цвете у нас уже не осталось в наличии. И на сайте не осталось. Поэтому в таком только цвете коричневом. В 37 размере буду примерять. Меньше не было на примерку. Ну что, давайте начнем примерочку уже. Так, я забыла сказать, что я сегодня одета. Просто сумка Tommy Hilfiger такая на спорте, знаете. Свитерок H&M, куртка бомбер Zara, джинсы Zara, кроссовки уже тоже, знаете, Adidas, Stella McCartney коллаборация. Очень просто, но зато, видите, удобно. Как бы вот так вот на шопинг ходить очень удобно. Так, примеряя вот эту футболочку, могу сказать, что она очень комфортная. Не там не говорю, что очень жарко в примерочной. Зажарилась, пока там все это при переодеваниях, конечно. Ну ничего, зато калории сбрасываем. Так, сапожки хорошо сели. Мне нравится, как у них такое прямое голенище. Они еще мэчатся с юбкой по цвету, прям. Классно. Хорошо, мне кажется, сели сапожки. У меня в них ноги не кривятся. Не подчеркивают они как-то, вы знаете, не то место, вот где именно изгиб, который вот сразу показывает, что как будто ноги кривые. Они вот хорошо так по длине мне подошли. Юбка тоже, шорты вот эти нормальной длины, знаете, приличной. Но на таких, на средний рост, да, можно сказать. На высоких девушках уже будет так мини, прям экстремально, мне кажется. Так смотрится полный образ. Ну, мне кажется, такой стилявый. Стильно так, интересно. Современно, молодежно. Молодежно даже, да, можно так сказать. Понравился мне этот жилет. Вот я как-то на него при... В том влоге вообще я не обратила внимания при просмотре на рейлах. Но вот подписчицам многим понравился. Они говорят, примерь обязательно. Вот вы тоже мне советуете, что примерять. Ну, сапоги потрясающие. Вот вид издалека. Я вот хотела в черном цвете, но уже все распродано. Ну, думаю, может коричневый хотя бы взять. Надо посмотреть, на сайте остался мой размер. Так смотрится с рубашкой. Рубашка очень мне понравилась по крою. Вот такая мне рубашка нравится. Я думаю, вот этот актуальный крой тоже рубашки. Один карман. Такая она бокси, какая широкенькая такая, как немножко оверсайз идет. При этом рукава не сильно широкие. Вот так в заправленном виде смотрится. В юбке даже еще есть пространство, чтобы заправить. Рубашку такую достаточно, знаете, плотную по ткани. Симпатично смотрится. Вот так смотрится эта манишка. Вот ее, видите, можно и так, чтобы утепляться вот
и пальто сверху, или сверху пальто его, ее можно накидывать, тоже так интересно образ получится. Вот всегда хотела такую, что-то такую вещичку прикупить. Была бы цена пониже немножечко. Ну, мне кажется, так симпатично. Пишите тоже обязательно в комментариях. Все читают комментарии, делают для себя выводы и делаем разумные покупки. Все равно я прислушиваюсь к вашему мнению, вы к моему мнению, и там делаем выводы все вместе. Я думаю, помогаем друг другу, называется. У вас взгляд со стороны, у меня тоже какая-то есть насмотренность, свой вкус, и я вам показываю, а вы потом тоже даете обратную связь. Очень, очень хорошие диалоги у нас выстраиваются. Надеюсь на такое дальнейшее вот наше взаимодействие. Очень приятно с вами со всеми общаться. Это тоже классика жанра, с джемперком юбочка. Вообще по цвету все так, знаете, комплементарно получается. Бежевый с коричневым, бежевое пальто. Вообще супер будет образ. Юбочка, я хотела вам показать, как это смотрится. Вот так шортики получаются, и юбочка просто запахнет. Хорошо все это выглядит. Бежевый костюмчик тоже такой приятненький. Хорошо сел. Штаны такие прямые, можно так сказать, не сильно широкие. Но я примеряю все в S-размере, и джемперок тоже. Если, конечно, вы по оверсайз джемперок хотите, возьмите M. Правда, на сапоги вот так решила примерить, потому что мне там кроссовки только же на примерку, и все. Но они так немножко торчат, видите? Ткань тоненькая на брючках, на трикотажных этих брючках. Поэтому сейчас с кроссовками я примерю, покажу вам, чтобы вы по длине тоже посмотрели, как с кроссовками выглядит. Не скажу, что кроссовки по цвету подходят, ну хотя... Нормально, да. Ну, вот так вот с кроссовками. Нормально, по длине. Тоже на невысокий рост получается. Средний такой. Понравился он. Тактильно, приятно, так все уютно. Сверху, говорю, пальто и все. Сумочку такую побольше. Такой расслабленный стилек. Так, вот показываю, как платье смотрится. Тоже симпатичного такого кроя. Не знаю, в офис тоже, мне кажется, я думаю, можно носить. Куда-то тоже на какую-то презентацию поменяли сумочку, тоже можно пойти. Детали мне вот понравились, эти вот эти хлястики. Тут вот на талии как-то талию больше подчеркивают. Ну, как-то интересно, когда с деталями какими-то. Сапогами мне понравилось, как это выглядит. Симпатично. Кто был в поисках такого платья, мне кажется, фигуру так прям собирать будет хорошенько. Тут у меня, правда, этот торчит, бирка эта. Ну, тоже мне понравилось. Я бы купила такое платье. Силуэт, форма, все мне понравилось. Тоже пишите в комментариях. Может, кто-то уже купил это платье. У нас, кстати, вкусы часто совпадают с подписчиками. Поэтому, я думаю, вы подписаны на мой канал. Давайте, пожалуйста, подписывайтесь. Это у нас был заключительный образ. Ставьте лайки обязательно. Мне очень-очень будет приятно. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там вы в быстром доступе можете найти какие-то образы. Если вам что-то понравилось из влогов, чтобы не пересматривать длинные влоги, вы можете в инстаграме посмотреть размеры, там, как все это освежить в памяти. Называется «Быстрый доступ к аутфитам». Подписывайтесь обязательно, думаю, до Нового года, чтобы у нас было уже, нас стало 3000. До скорых встреч, пока-пока, друзья.